Всем привет еще раз. Сегодня я также решила снять видео про фавориты августа. И так как, в принципе, уже практически конец месяца, то почему бы и нет. Фаворитов в августе у меня не слишком много, потому что большую часть августа я... Вернее, не большую часть, а половину августа я провела в отпуске. Там вы видели, чем я пользовалась. И абсолютными фаворитами из этого всего были, собственно, вот такие вот вещи. Первая вещь — это, конечно же, палетка Naked от Urban Decay. Она пришла где-то прямо перед моим отпуском, то есть реально я ей пользовалась 3 недели, а не 4, но, в принципе, я думаю, вы меня простите, потому что я в нее влюбилась, и даже вот я вернулась с отпуска, и при наличии всей косметики, которая у меня есть, рука все равно тянется к ней, тем более, что начинается осень, и вот такие вот оттенки на осень просто шикарные. Поэтому этот макияж я сделала тоже с этой палеткой. Если вам интересно, посмотрите, это будет, наверное, или предыдущее, или следующее видео, в зависимости от того, как я его буду загружать. Собственно, палетка шикарная. Всем советую, у кого ее нет. Если есть возможность, обязательно купите, потому что, в принципе, когда эта палетка вышла, я на нее посмотрела так... Ничего особенного, то есть обычные нейтральные оттенки, но это не так. Это не обычные нейтральные оттенки, шикарные просто оттенки, все очень-очень красивые, хорошо ложатся, хорошо растушевываются. С одной такой палеткой можно сделать довольно много разных макияжей. Все они, конечно, будут нейтральные, но в принципе довольно разные. Это ее хороший плюс. Дальше. Также я пользовалась, конечно же, ежедневно своим любимым кофеиновым роликом от Garnier, потому что замену я пока ему еще не нашла. Я уже показывала в своих покупках, я купила вот такой вот карандаш от Lancome, но его максимальная задача — это, в принципе, просто скрывать недостатки под глазами. Эта же вещь в теории с ними борется. Ну и, в принципе, я заметила, что она таки действительно помогает. Также я еще пользовалась перед отъездом и вот после отъезда. Мне понравился карандаш от Benefit, который называется Eye Bright. Собственно говоря, это просто карандаш. Он розового, такого совсем легкого оттенка. Сейчас покажу. И вся задача его заключается в том, что он тоже делает взгляд более открытым, то есть вы наносите его в уголок глаза, потом во внешний уголок глаза, немного растушевываете, и создается эффект таких открытых, неуставших глаз. Неплохой, в принципе, продукт, довольно-таки хорошо они работают вместе. Получается неплохой такой результат, глаза становятся более какими-то яркими, открытыми, ну, то есть понравился мне этот продукт, тоже им пользовалась практически целый месяц. Те, кто смотрел мои видео раньше, наверное, совсем не удивятся, когда увидят подводку от Bobbi Brown в оттенке 27 Caviar Ink. Шикарная подводка, я, наверное, не устану это повторять, держится просто вечно, то есть пока вы ее сами не захотите снять, она будет держаться стойко, и вообще ничего ей не будет страшно, ни вода, ни слезы, ни пот, ни жара, ничего абсолютно ей не будет страшно. И, собственно, почему ее не включить, если я ей пользуюсь? Я ей пользуюсь каждый божий день, то есть неважно, какой макияж я делаю, эта подводка, это... в любом случае будет присутствовать. И самое последнее, чем я, в принципе, тоже пользовалась, так как я немного загорела, ну, скажем так, средне загорела, то мне очень нравится, как начала на мне смотреться вот такая вот яркая помада. Это помада от NYX в оттенке 644, по-моему, FAM она называется, 643 FAM. Тоже совсем она неплохо начала смотреться на загорелом лице, выделяет губы, поэтому она тоже увлажняющая, поэтому очень тоже мне понравилось ею пользоваться в этом месяце.
И это, в принципе, все. Я не хотела повторяться, включать слишком много товаров, которые я включала в фавориты июля. Я выбрала только те, которые мне действительно очень-очень-очень сильно нравились в этом месяце. Если у вас еще возникли какие-то вопросы или я забыла о чем-то рассказать про один из этих продуктов, то, пожалуйста, задавайте мне вопросы. И скоро с вами увидимся. Пока!